Всем привет! Продолжаем путешествие по миру искусства, работы мастеров. Ритуальный головной убор 19 век. Дерево, латунь, железо 53 на 67. Вес около 5 килограмм. Эта скульптура, потрясающая своими фантазийными, необычными формами, плод культуры и оригинальное изобретение африканского народа Бага, который живет на побережье Гвинеи. Ее голова похожа на антропоморфное создание. Ее гипертрофированные очертания очень выразительны. К длинной шее присоединен барабанообразный сосуд с крупными прорезями. Портретные характеристики существа неуловимо напоминают человека. Эффектные крупные глаза и нос. А общий силуэт – птицу с длинным хвостом или клювом. Птицы по африканским поверьям являлись посланники богов и духов. Фигурка призвана символизировать самого главного духа, которому поклонялись бага – сверхъестественное существо, создавшего мир и покровительствующее земледелие. Стоит только представить, как тяжело было жрецу, который надевал этот убор весом почти 5 килограмм во время ритуалов. Другие ритуальные скульптуры народа также достаточно тяжелые и многие сделаны аналогично. На постамент или подставку устанавливается изображение птицеподобного существа. Сакральная пластика бага, пожалуй, самая оригинальная и необычная не только африканской скульптуры, разнообразие которой способно удивить даже самого искушенного зрителя, но и в мировой истории ваяли. Ну вот такое описание к работе ритуальный головной убор 19 век я нашел в интернете, текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.